heaven on earth. Было тысячам зрителей в Рейс-ТВ в Пакистане и Индии. Привет, Facebook, YouTube и другие онлайн-платформы. Нас смотрят миллионы людей по всему миру. Это не преувеличение. Буквально миллионы слушают то, что я говорю с этой кафедры. Мы приветствуем всех, кто смотрит нас в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае и по всей Африке. Этот день сотворил Господь, и мы будем радоваться и веселиться в нем. Мы не будем превозносить коронавирус со всеми его волнами и со всеми его названиями. Имя Иисуса все еще выше всех имен, поэтому вставайте со своего места и прославляйте. Возможно, вы сейчас сражаетесь с ковидом, а знаете, что Бог поможет вам. Он будет направлять и укреплять вас. Бог поднимет вас в больничные постели уже сегодня. Во имя Иисуса. Мы не СМИ, где звучит только негативная статистика. 98% людей победили этот вирус, и вы тоже будете победителем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Всех нас коснулась эта проблема, и все мы потеряли кого-то из близких в ходе этой пандемии. Но так было всегда, только от других болезней. Ученые и статистика говорят, что сейчас третья волна, но мы будем сильными и будем делать все, что в наших силах. Мы сделаем июль месяцем молитвы. Мы будем молиться так, как никогда. Мы будем молиться о том, чтобы ситуация изменилась и чтобы правительство выполняло свои обещания, данные этому народу. Во имя Иисуса мы ждем, когда Южная Африка вернется к нормальной жизни. 1 августа мы открываем наши церкви. Я с нетерпением жду встречи со всеми вами. Увидимся 1 августа во всех наших церквях. Представитель разных деноминаций прислали мне письма, в которых сказано «Мы с вами». Мы тоже откроем нашу церковь 1 августа, потому что мы ждали изменений 18 месяцев, и больше ждать не хотим. Это не угроза, мы выбираем стоять за Царство Божие. Если вы сейчас сражаетесь с этим вирусом, то заходите на наш сайт. Там вы найдете множество историй о том, как люди победили рак, диабет и другие болезни. Мы хотим наполнить ваш разум положительной информацией. Не думайте, что я не знаю, о чем говорю. Я тоже переболел этим вирусом. Мои дочери переболели, их муж, я тоже. Мы победили этот вирус. Спасибо Богу за докторов, которые сразу же дали нам правильное лечение. Мы победили этот вирус. А если я смог его победить, то и вы сможете. Мы побеждаем кровью Агнца и словом нашего свидетельство. Не позволяйте страху парализовать вас. Заходите на наш сайт и читайте истории людей, у которых уровень сатурации был ниже 70, но они победили этот вирус. Для вас тоже есть надежда во имя Иисуса. Воздайте Ему хвалу и давайте начинать наше собрание. Мы не собираемся короновать этот вирус. Корона только у Иисуса Христа. Пожалуйста, присаживайтесь. Я верой вижу в этом зале десятки тысяч людей. Аллилуйя. Правительство попросило нас, а мы уважаем наше правительство. Я не буду повторять, что я сказал. Если вам интересно, то можете посмотреть в Фейсбуке. Это видео посмотрели уже более 40 тысяч человек. Люди посмотрели и не оставили ни одного негативного комментария, потому что их тоже достала эта ситуация. Все хотят, чтобы ситуация изменилась. И мы молимся о том, чтобы наше правительство поступало мудро и сдерживало свои обещания. Аминь. Наши церкви не могут оставаться закрытыми из-за невыполнения своих служебных обязанностей. Аминь. Спасибо за ваше аминь. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о доступе к Богу. Давайте прочитаем послание к евреям. 4 глава.
с 14 по 16 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, посему да приступаем с дерзновением. Возможно, вы сейчас в больнице и чувствуете безнадегу. Знаете, что для вас есть надежда и помощь. Бог проведет вас через ваши испытания прямо к победе. Скажите аминь и прославьте Его за это. Итак, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость. Аллилуйя! Милость — это способность и желание Бога относиться к нам лучше, чем мы заслуживаем, и обрести благодать для благовременной помощи. Сейчас наш мир как никогда нуждается в помощи. Это не первый случай. Вспомните эпидемию испанского гриппа или бубонную чуму. Все дни люди тоже взывали к Богу о помощи. Я знаю точно, что тогда церкви никто не закрывал. Люди использовали церкви в качестве больниц, в качестве места для молитвы. Церковь была эпицентром борьбы с теми болезнями. Молюсь о том, чтобы до нашего правительства дошло, что мы молимся к Богу. Мы не просто говорим «Пусть Бог благословит вас» в конце своего выступления. Мы молимся о том, чтобы в этом месяце, в июле, наше правительство тоже обратилось к молитве, чтобы наш президент и все чиновники, а также все христиане в этой стране обратились к молитве. Мы будем молиться о том, чтобы Бог убрал эту пандемию и сломал ее в Южной Африке раз и навсегда. Мы делаем то, что в наших силах, а Бог сделает невозможное. Аминь. Когда двое или трое соглашаются о чем-то в молитве, то будет им от Отца Небесного во имя Иисуса. Помощь уже на пути. Бог занимается нашим и вашим освобождением. Бог живой, а не мертвый. Его могила пуста, и поэтому мы можем смело ожидать помощи от Бога во имя Иисуса. Пасторы, давайте не будем распространять страх. Давайте распространять любовь Божию. Давайте распространять Слово Божие. Давайте говорить о надежде и о будущем. Давайте говорить то, что Бог пообещал нашей стране, а не то, что мы видим по телевизору. Давайте говорить о победе, о будущем нашей страны. Давайте принесем надежду нашему народу во имя Иисуса Христа. Скажите аминь на это кто-нибудь. Аллилуйя! Послание к евреям, 4 глава, с 14 по 16 стих в переводе послания. Теперь, когда мы знаем, что у нас есть Иисус, аллилуйя, насколько я помню, Он все еще Альфа и Омега, Он все еще всемогущий, Он все еще может делать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем. Он все еще Бог, у которого все под контролем. Аминь, во имя Иисуса. Этот великий первосвященник, имеющий прямой доступ к Богу. Доступ к Богу. Все хотят иметь доступ к чему-то, и мы должны быть осторожны, чтобы не полагаться ни на что, кроме Бога, потому что не все такое надежное, как Бог. Бог никогда не подведет вас. Бог никогда не оставит вас. Бог никогда не бросит вас. Он обещает быть рядом во время нужды. Даже когда вы будете идти долиной тени смертной, Бог будет рядом. Он не собирается оставлять нас. Он не оставлял мир во время бубонной чумы и во время эпидемии гриппа в 1918 году. Он не оставлял мир во время Первой и Второй мировой войны. Человечество прошло через многое. Если вы изучите историю, то увидите, что после каждой пандемии люди демонстрировали невероятную стойкость.
А также после каждой пандемии экономика взлетала вверх очень быстро. Люди говорят, не нужно давать людям ложную надежду. Но Бог говорит, я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Возможно, вы много потеряли, но наш Бог — Бог восстановления. У Бога есть мечта о вашей жизни, а Библия говорит, что без видения народ гибнет. Не позволяйте негативу, страху, пессимистам, скептикам расстраивать ваш дух и лишать вас веры. Нет, Бог может все. Он все еще сидит на престоле, и мы имеем доступ к Нему. Но без веры Ему угодить невозможно. Приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и верующим в Него воздает. Я знаю, что некоторым из вас кажется, что вы сейчас в аду, вы столкнулись с сильным сопротивлением, со встречным ветром, но вам нужно поднять свои глаза и взглянуть на Иисуса Христа, а не на обстоятельства и не на вирус. Подними глаза, вся страна, и Кения, и Пакистан, и Россия, и Америка. Смотрите на Иисуса, автора и совершителя нашей веры. Аминь. А еще вскочите на ноги, даже если вы переживаете самый серьезный кризис в своей жизни. Вы имеете прямой доступ к Богу, и оттуда вы получите свою помощь во имя Иисуса. Мне самому пришлось бороться с симптомами. Я знаю, как это, когда страх пытается ухватиться за вас, принося мысли, что нечто может пойти не так. А вот почему нам нужно быть утвержденными в вере и в надежде. Думаю, страх убивает больше людей, чем что-либо другое. Нам нужно быть укорененными. А тем, что приносит статистику, нужно говорить правду. Возможно, сегодня вы услышите нечто шокирующее. Представляете, человека застрелили, а в его истории о смерти написали, что он умер от ковида. Это факт. Другой человек умер от разрыва язвы, а в истории о смерти написали коронавирус. Я могу вам это даже доказать. Ситуация так плоха, поэтому не нужно раздувать ее еще и с помощью обмана. Не нужно загонять людей в страх. Наш Бог — Избавитель, наш Бог — Великий, наш Бог — Всемогущий. Во имя Иисуса мы должны возвеличивать Его. Мы должны превозносить Иисуса и не позволять страху контролировать нас. Во имя Иисуса. Долгих 18 месяцев, и мы снова там, где и начинали. Скажите, кто виноват? О нет, не непослушные люди. Мне кажется, что люди были очень уступчивыми, может, даже слишком. Далее. У нас не такой священник, который оторван от нашей реальности. Иисус в курсе вашей реальности, моей реальности, реальности в Африке и в Южной Африке, и Он желает помочь нам, но нам нужно идти к Нему за ответами, нам нужно поверить и довериться Ему. Если мы откроем наши церкви, то, конечно же, те, кто переболели этим вирусом, могут спокойно приходить. Мы не можем позволить этому контролировать нас еще 2-3 года или 5 лет. Из-за плохой организации и подотчетности на борьбу с этим вирусом было выделено 500 миллиардов, и они просто улетучились. Задержки платежей, никаких отчетов по этим деньгам. Нам нужны ответы. Кто-то мне на днях сказал, «Вы не проповедник, а активист. А кем, по-вашему, был Иисус?» Иисус был настоящим активистом. Он выступал против всех видов несправедливости того времени.
Если я проповедник, то это не означает, что я буду сидеть в углу и помалкивать, пока люди умирают и идут в ад без Иисуса Христа. Мы церковь Иисуса. Мы надежда мира. Нас больше не будут заталкивать в угол. Мы сила Божия, а наши люди самые послушные на земле, самые ответственные. Это лидеры церквей. Мы никем не рисковали. Итак, у нас не такой священник, который оторван от нашей реальности. Он прошел через слабости и испытания, пережил все, все, кроме греха. Он не отошел от Бога во время пандемии. Он не перестал гореть, он не изменил свой взгляд на служение Богу. Как это сделали многие люди. Они выдумали новый порядок, потому что боятся ходить в церковь. Этот вирус не распространяется в больших публичных местах. Ни один ученый не может этого доказать. Он распространяется в ограниченном пространстве, в маленьких местах, куда людей буквально запихивают, но не на больших стадионах или на открытом воздухе. А вовсе нет. Так что давайте подойдем прямо к Нему и получим то, что Он и так готов отдать. Возьмите милость и примите помощь. Я хочу поговорить о дерзновении. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Помните, мы говорили, что есть дверь, и войти к Отцу можно только через эту дверь, через Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это Евангелие от Иоанна. А в том же Евангелии в первой главе сказано о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. А теперь послание к римлянам, 8 глава. «Мы приняли Духа не рабство, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отчим». Итак, как только вы приняли Иисуса, вы имеете доступ в Божий тронный зал. Вам не нужно прорываться к Богу или ползти к Нему. Вам не нужно выполнять какие-то ритуалы, чтобы попасать к Богу. В Ветхом Завете люди не имели доступа к Богу. Он был полностью ограничен, пока не пришел Иисус. Никто не мог просто поговорить. Говорить с Богом. То, о чем я вам сегодня рассказываю, это самое важное откровение, потому что здесь находится ваша помощь. Ваша помощь в присутствии Господа. А когда мы приходим к Богу, вы оказываетесь перед престолом благодати, а не осуждения или неопределенности. Вы приходите к месту благодати, где вы получите милость и помощь во время нужды. Предположим, вы остались без работы. Ситуация кажется безнадежной и непонятной. Включаете телевизор, а там сплошной негатив. Говорите с людьми, а они в страхе. Кажется, что страх распространяется еще быстрее, чем коронавирус, и он парализует людей и нейтрализует их веру. Но вы можете избежать страха, находясь с Богом. Библия говорит, что боящийся не совершен в Божьей любви. Страх производит неопределенность. Поэтому нам важно понимать, что сделал Иисус, и что у нас есть право приходить к Богу, но не так, как первосвященник, который приходил раз в год с кровью жертв и проводил обряд искупления за грехи людей. Но та кровь, которую он приносил, очищала только тело, а кровь Иисуса очищает куда больше, чем просто тело. Кровь Иисуса очищает вашу совесть от мертвых дел для служения живому Богу. Иными словами, кровь Иисуса дает вам доступ прямо к Богу. Кровь Иисуса говорит, что вы можете смело входить к Богу. У вас есть отношения с Богом. У вас есть место прямо у престола Божьего. Вы не приходите к Нему как попрошайка. Вы не ползете к Богу.
Когда я только принял спасение, нас учили, что нужно пробираться к Богу, как когда-то в скинии. Вы начинаете во внешнем дворе с покаяния и ритуального очищения, а потом вы переходите к хвале и поклонению, затем вы переходите в святое, где нужны определенные жертвы, чтобы привлечь внимание Бога. То есть нас учили, что нужно приходить к Богу с осознанием своей греховности, но Библия говорит совсем не так. Библия говорит, что мы дети Божьи. Вам лучше получить это откровение, потому что это значит, что неважно, кто вы, образованный или нет, белый, черный, азиат, неважно, что вы совершили в прошлом. Бог примирил с собой мир через Иисуса Христа еще 2000 лет назад. Сам Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я дверь, я ваш доступ, ваш пропуск к престолу благодати». Вы не можете прийти к Богу через святого или епископа, или через ритуальное очищение, или через какие-то жертвы. Библия говорит, что цена уже заплачена, и кровь пролита, и вы имеете доступ к самому Богу. И весь июль мы будем штурмовать престол благодати. Аллилуйя! Мы будем молиться так, как никогда. Мы будем приходить дерзновенно, как дети Божии. Мы будем стучать и стучать в двери небес. Библия говорит: просите и продолжайте просить, и вы получите. Ищите и продолжайте искать, и вы найдете. Там есть Бог. Помощь, надежда и будущее во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! 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 По другую сторону этой пандемии вас ждет будущее. Если ваш ребенок взбунтовался, придите с ним к престолу благодати и скажите: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Я не буду приходить к Тебе и превозносить коронавирус. Я буду превозносить имя, которое выше всех имен. Тебе вся хвала и слава. Я приношу к Тебе своих детей и прошу, спаси их. Верни их в свое царство во имя Иисуса». И вы увидите, как через 3 месяца ваш ребенок скажет: «Мамочка, я хочу исправить свои отношения с Богом». Да будет так во имя Иисуса. Мы не можем позволить тому, что происходит в этом мире, определять то, как мы будем поклоняться Богу. Бог создал свою церковь, чтобы иметь место обитания на земле, и я могу доказать вам это из Библии. У вас не может быть хорошая духовная жизнь за пределами поместной церкви, такого никогда не будет. Вот почему в первую очередь закрылись церкви, и мы не хотим судиться с нашим правительством, потому что верим, что у нас христианское правительство, которое прислушивается к церкви. Мы верили в это 18 месяцев, и мы все еще ждем. Мы снова и снова доказываем, что открываем церковь с соблюдением мер безопасности. И мы решили, что в июле мы будем сражаться с этим вирусом и остановим третью волну, а также мы дадим нашему правительству возможность исполнить то, что они обещали. Я не говорю вам вакцинироваться или не вакцинироваться, это решение за вашей совестью, но я могу точно сказать, что мы должны верить Богу. Нам нужно продолжать верить Богу, а не становиться марионетками этого мира и не распространять страх со сцены. Мы не должны нести послание неопределенности во времена неопределенности. Сейчас как никогда. Служители Божьи должны быть смелыми. Вы должны проповедовать слово веры. Сколько бы людей ни было в вашей церкви, 50 или 50 тысяч человек, провозглашайте слово. Мы не ученые, мы не можем говорить то, о чем у нас нет доказательств. Мы не можем распространять страх, потому что у нас есть родные и близкие, а их зацепил этот вирус. Я уже рассказывал вам, сколько моих родных пострадало от этого, поэтому не говорите мне, что я ничего не понимаю.
Или что этот вирус нельзя победить. Не говорите, что этого нужно бояться. Скажите аминь. Аминь. Вот почему мы заполнили наш сайт историями. Вчера я смотрел телевизор, какая-то дама все говорила и говорила о смерти. Это принесло людям много страха. Давайте говорить обо всех, кто выжил. 98% людей побороли этот вирус. Они одержали победу во имя Иисуса. Аминь. Почему никто не возмущается, когда человек рассказывает, что он победил рак? У всех нас есть родные, которые умерли от рака, но мы не прославляем его. Люди умирают от СПИДа, туберкулеза, но почему мы зациклились на этом вирусе? В послании к евреям сказано, «Итак, братья, имея дерзновение входить, о, аллилуйя!» Вы можете иметь доступ к Богу, как люди будут иметь доступ к церкви с 1 августа, но вы можете решить не приходить. Вы имеете доступ к самому Богу, но можете решить никогда не приходить к Нему, к тому, у которого есть вся помощь. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем. Нам нужно быть ближе к Богу в эти времена. А еще я предлагаю вам взять пост от телевизора. Я также предлагаю вам изменить свой плейлист и слушать весь июль только христианское прославление и поклонение. Я предлагаю вам читать Библию и назидать свою веру, и вы увидите, что этот страх утратит свою власть над вашей жизнью. Бог не дал вам духа страха, но силы, любви и здравого разума во имя Иисуса Христа. Вам не нужно постоянно смотреть мировые и местные новости. Не думайте, что они укрепят вашу веру. Вчера я смотрел телевизор и видел, что на каждом канале, так раньше было на CNN, потому что у них был свой план, и для внедрения этого плана им нужно было нести страх, поэтому они постоянно говорили о том, сколько людей умерло и сколько заразилось. Сейчас они этого уже не делают, но сейчас то же самое происходит в ЮАР. Люди смотрят все это, и они напуганы. Нет, дети Божьи. Мы смотрим Слово Божье, мы живем Словом, мы побеждаем кровью Агнца. Многие из вас преодолели различные болезни. Как сказала одна девушка, я победила рак, а потом я победила COVID. Я поверила Иисусу во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы победим этот вирус во славу Божью. Сердце обливается кровью за каждого члена церкви, который умер от этого. Также мое сердце обливалось кровью, когда мой брат умер от рака. Но я не собираюсь из-за этого жить в страхе, потому что Бог рядом. Бог с нами, и Бог за нас. Скажите аминь на это, давайте. Во имя Иисуса. Итак, далее сказано, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. Мы приближаемся к Богу с искренним сердцем и с полной верой, не с неверием или неопределенностью. Когда мы приходим к Божьему престолу благодати, мы знаем, чего ожидать. Могут быть задержки, потому что сейчас сложное время по всему миру. Сейчас мы в основном слушаем ученых, но историки говорят, что нужно извлекать уроки из истории. Поэтому я настроен весьма оптимистично. Если вы посмотрите на предыдущие пандемии, то увидите, что люди становились более стойкими, решительными и выносливыми. Они выжили и восстановили экономику. Так же будет и в Африке.
и в Пакистане, и в Индии. Мы построим процветающую экономику во имя Иисуса. Если вы дитя Божье, то вас ожидает прекрасная жизнь, восстановление от Бога во имя Иисуса. Если вы будете держаться за свою надежду и будете приходить к Иисусу, посмотрим Римлянам 5 главу. Мое время подходит к концу, а я даже еще и не начал. Продолжим, пожалуй, вечером. Итак, оправдавшись верою. Зачем я это прочитал? Затем, что для активации вашей веры нам нужно понимать свое положение. Оправдание означает «так, будто бы я никогда не грешил». То есть есть святой, безгрешный Бог, и я, хрупкий человек, но благодаря тому, что сделал Иисус, я могу приходить к престолу благодати оправданным. Я могу приходить к Богу, и это восхитительно. Я имею доступ, я могу говорить с Богом обо всем, я могу принести к Нему свои проблемы и свалить на Него свои заботы, я могу переложить на Бога свои бремена. Я оправдан, но не делами и не законом. Я оправдан верой. Я оправдан верой. Я имею доступ к Божьей благодати через веру. Я живу верой, хожу верой, сражаюсь верой и побеждаю верой. Слава Богу! Во мне живет великий Бог. Вот почему дух этого мира не пугает меня. Внутри меня тот, кто больше. Его имя Иисус. Скажите «Аминь» на это. Ведь у нас есть первосвященник, и имя Его — Иисус. Давайте воздадим Ему хвалу. И тут сказано «Оправдавшись верою, воздайте Ему хвалу в своем доме, в своей квартире. Уделите время тому, чтобы прославить Его». Завершенное действие. Я не ищу оправдания. Я уже оправдан. Я не стремлюсь к праведности, я уже назван праведным. Я не стремлюсь к принятию, я уже принят. Я не ищу доступа. Я получил этот доступ бесплатно. Он не Бог с палкой. Он не меняется, он не меняет свое мнение. Он любит вас. Он заботится о вас. Он ваш Отец. Если вы не услышали, то Он ваш Отец. Вы имеете доступ к Нему. Вы оправданы. Далее сказано, что мы имеем мир с Господом. Это означает, что мы не должны приходить к Богу с чувством вины или осуждения. Мы не приходим к Богу с воспоминаниями о наших прошлых ошибках. А если мы согрешили, то у нас есть заступник перед Отцом, Иисус Христос. Если вы исповедуете свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить вам ваши грехи и очистить вас от всякой неправды. Итак, если вы согрешили, что не является волей Божией для вашей жизни, но если вы все же согрешили, то вы приходите к престолу благодати и говорите: «Отец, я оступился, прости меня, пожалуйста». И Бог прощает вас. Ваш грех сразу же под кровью. Как только вы исповедали свой грех, вы сразу же прощены. Аминь. А благодать дает вам власть над грехом и меняет ваше желание. Вот почему вы никогда не разрушите бремя греха и зависимости без престола благодати. Вам нужно жить в присутствии Бога. Вам нужно приходить к престолу благодати верою. Итак, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. В чем мы стоим? В благодати. Мы живем в эпоху благодати, Божией незаслуженной и незаработанной благосклонности. Бог добр к людям. Бог делает так, чтобы солнце вставало над добрыми и над злыми. Солнце встает над праведными и неправедными. Библия говорит, что Бог благ ко всем.
всем. А Иисус — это воплощение благодати. Иисус — это благодать во плоти. Благодать и истина пришли через Иисуса Христа, и мы с вами имеем доступ к Божьей благодати, к Божьему престолу через веру, в которой мы стоим. Так где же мы стоим? Мы стоим в месте благодати. А что мы получаем в месте благодати? Помощь, а не осуждение. Мы получаем помощь, надежду и полную уверенность. Люди проповедуют о благодати. А потом говорят негативные вещи о будущем. Вам нужно получить откровение о благодати. Благодать — это не просто какое-то учение. Благодать — это сила. Затем сказано: «Хвалимся надеждою славы Божией». Мы приходим к престолу благодати и хвалимся чем? Надеждой. Надеждой на что? На славу Божию. Что такое надежда? Это благоприятное ожидание. Аллилуйя! Я сказал, что у нас есть благоприятное ожидание. Мы ожидаем, что ситуация изменится, что будущее будет лучше. Ситуация обязательно изменится к лучшему. Мы надеемся на это. Почему? Потому что мы имеем доступ к Божьей благодати через веру в то, что Иисус сделал для нас на кресте. А далее сказано: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, радуйтесь во всякое время». Сейчас не время горевать. Хотя мы оплакиваем потерю близких, сейчас время радоваться. Потому что мы готовимся к избавлению от Бога. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Это означает, что Бог делает нас сильнее. Мы становимся решительнее. Мы будем строить свою жизнь с большим энтузиазмом. Мы вернемся в нашу церковь с лучшим отношением к поклонению. Мы не остынем в это время. Мы не будем отступать от Бога во имя Иисуса. От терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает. В другом переводе сказано, что надежда не разочаровывает. Да, без надежды у вас будут одни разочарования. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердце нашим Духом Святым, данным нам. Тут так много всего сказано. Сказано, что мы надеемся, несмотря на испытания, скорби и проблемы. Мы развиваем терпение, и от этого наш характер становится сильнее, потому что мы утверждены в Божьей благодати. Надежда не разочарует нас, потому что Иисус никогда не разочарует нас. Он никогда не подведет нас. А еще здесь сказано, что любовь Божья излилась в наши сердца. Мы не будем колебаться в это время, потому что вера действует любовью. Мы утверждены и укоренены в Божьей любви. Мы знаем, что Бог — наш Отец, и Он не бросит нас на земле. Возможно, вы смотрите нас сейчас из Пакистана, или из России, или из какого-то другого места, и, возможно, вы никогда не отдавали свою жизнь Иисусу. Возможно, вы искали разные пути к Богу, но есть только один путь, и это Иисус. Он ваш великий первосвященник, и Он ваш пропуск к Богу. Пожалуйста, положите руку на сердце и повторите за мной эти слова. Скажите: «Господь Иисус Христос, сегодня я принимаю Тебя как единственный путь к Богу. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Посему сегодня я отдаю Тебе всю свою жизнь. Спасибо за будущее и за надежду. Во имя Иисуса Христа. Аминь».